Всем привет! Мы рады представить вам новую рубрику на канале. Она называется «Угадай». Куда ты ушла? Очень тяжело работать. Я проверяла микрофон. Она называется «Угадай название книги». Суть в том, что мы будем угадывать пантомимы. Ну, такой своеобразный крокодил по книгам. Меня зовут Диана, я бренд-менеджер издательства «Росмен». Это наша Наденька. Ну вот этот человек меня называет Наденька. Меня зовут Наденька, я контент-менеджер издательства «Росмен». Всем привет! Меня зовут Соня, я с канала Соня Хромова. Всем привет, меня зовут Энтони Юлай, я с канала Энтони Юлай. Всем привет, мы из «Часодеи послушаны». Меня зовут Ульяна, я в 9 классе. Меня зовут Люба, я в 10 классе. Мы сейчас находимся в гостях у издательства «Росмен», и мы будем угадывать книгу по названию. И надеюсь, у нас получится хотя бы что-то. Мы готовы. Раунд! Все, я так, первая? Проблема в том, что я увидела. Серьезно? Короче, старайся идти так, чтобы я не видела, что... Уйди, отвернись. Смотри на меня. Два. Тебе плохо? Так, два слова, хорошо. Первое, давай первое слово. Карта. Карточный. Расклад. Туз. Решетки. Крестики-нолики. Игра. Так, стул. Корона. Первое и второе? А, «Игра престолов». Аллилуйя! Но только книжка называется «Песнь льда и пламени», а не «Игра престолов». «Игра престолов» — это первая книга. Она меня бесит. Я тебе показываю. «Игра престолов», типа, я сижу такая, типа, меня убивают, там драконы. Я думала, у тебя припадок. Нет. Что? Я не видела, правда. Да, хорошо. Тишина. Тихо. Тихий дон. Профессионализм. Не пропьешь. Сколько слов? Два. Отлично. Первый из двух слов. Два хранителя. Что? Плачущий. Слезы. Грусть. Тоска. Успокаивать. Гладить. Что? Обиженный. Не понимай. Ботинки. Б. Можно иметь другое. Похоже. Безучастно. Безнадежно. Безвыходно. Больная. Брошенный, первое слово. Нет. Брезгливый. Ну ты успокаивайся, не понимай. Бедная. Бедная Лиза. Просто как? Два слова. Да. Ты варишь что-то? Кашу? Не кашу. Не кашу, но варю. Но это еда. Да. Тихо, без слов, Надя, без слов. И это самое. Разливайся. Каша из топора. Нет. Это классика? Нет. Это наша книга? Да. Каша? Нет. Капитан Борщ? Да. О, Капитан Борщ. Отлично, я ее даже не знаю. Я не знаю, как это показывать. Показывай, я посмотрю. Я посмотрю и сдамся. А это известная книга? Он ее вообще знает? Круг, бассейн, дно. Под чем-то? Под тобой? Нет предлога. Я не знаю, как сказать. Все, началась истерика. Одно слово. Океан? Море? Куда-то ползла. Впадина? Дорога ко дну, опускаясь на дно, тысяча лье под водой, одно слово. Давай еще раз. Есть только это на названии только одно слово, да? Uh-huh. Хорошо, хорошо. О, это что-то связанное с дном, с океаном, спусканием, да, куда-то? С опусканием. Вообще, насколько нельзя говорить? Насколько у нас классный диалог. Рот. Ты тупой. Есть такое... Горло? Проем? Ты? Лицо? Блогер? Ты? Я? Что? Кто? Я боюсь сказать, что ты меня не ударила. Я все равно ударю. Ты что меня дурой выставляешь? Я такую книгу даже не знаю. Ну смотри, водоем. Одно слово. И дно. Перечисляй водоем.
Давай. Извините, это не Байкал. Есть такая книга? Наверное, есть. Подаем океан, море. Ты вспоминаешь, что книги ты это читал? Ты вообще никак не соотносишься. Нет, у меня вообще не получается. Но это тебе не Тихий Дон. Впадина? Какая впадина? Ты читал книгу Впадина? Делал на нее обзор? Серьезно. Впадина есть такая книга. Водоемы. Дно и водоем. Что? Грот? Это не водоем. Это не водоем? Колодец? Ну, типа. Такая вся, все ушла на дно. Твоя карьера? Ручеек? Простите, я не могу. Как вообще колодец и ручеек в целом могут быть рядом? Я не знаю, подождите. Но это понятно, что вы все знаете, а я не понимаю. Целая моя жизнь вообще сейчас была просто. Это водоем, перечисляй дальше. Родник? Нет. Ну, типа. На подошве? Думай. Вот что это? Что это? Кожа, обувь? Нет, вот это вот. Ну, типа вот, что это? Ну, что это? Грязь? Да, думай дальше. Болото? Болотница? Да! Книга «Болотница» Татьяны Мастряковой. Два слова. Первое. Три буквы? Три слова. Что? Два слова. Фиксики. Классика? Ой. Ты. Волосы. Фата. Человек. Три человека. Волосы. Длинные. Три человека и длинные волосы. Девочка. Девочка. Три девочки. Третья девочка. Три девочки. Девочки могут. Подружки и враги. Сестры. Три сестры. Да. Ты знаешь три сестры? Нет. А что это? А как это показать? Ну, типа, Надя, я иногда тебя так называю. Ой, прости, это ж нельзя говорить. Ты меня по-разному называешь, и как бы иногда и дурочкой. Деревня дураков. Это не книга. Что это? Так, не очень. Один. Одно слово. Одно слово, когда не очень. Идиот? Да! Но, в принципе, одно слово, когда не очень, идиот, ну, подходит, да, Надя? Молодец. Я знаю, сразу начнем, я знаю это? Да. Три слова? Да. Ух ты, господи. Первое слово. Считать. Числа. Ноль пять? 50? 50? 50 дней до моего самоубийства? Нет. Следующая книга с 50. 50 оттенков серого? Да. Ну, блин! Я не понимаю, это... Ты так хорошо показываешь? Да. Одно. Отлично. Ты человек. Девочка. Ты. Люба. Алла начинается. Я сейчас пытаюсь вспомнить все женские имена на Эл. Пока только Лизу вспоминаю. Хвостики. Косички? Вообще ничего не думала. Одно, один, восемь, плюс, девять. Книга 18+. Я не читаю такой. Отношения. Отлично. Между. Кем? Девочкой. И? Мужчиной. Нет, я точно не знаю. Лолита. Ты не знаешь этого произведения? Нет. Ага. Два слова. Да. Первое. Это... Ты листаешь. Книгу листаешь. Да. Книга. Первое слово книга. Почти. Книжный? Да. Книжный. Клуб? Кто? Надеюсь, ты хочешь меня помацать? Давай в другой раз. Нет, я тебе показываю, кто, что. Книжный вор. Да. Так, ты не видел? Нет. Не настолько хорошее зрение. Ладно, это хотя бы я знаю. Три слова. Название. Квадрат. Ный. Задумчивый.
квадрат, задумка, дума, одно. Квадрат. Слово первое. Хорошо, квадратность какая-нибудь? Да-да. Ага. В окно типа смотрит? Задумчиво? Ладно, давай следующее слово. Ага. Ух, ну там дальше никак. Ты там по-первому нужно угадать. Ты раздохнулась от восторга. Ты смотри, тайное окно какое-нибудь, нет? Ты много таких книг знаешь? Давай. Тайное окно. Ну, давай. Ну что, вот смотри. Это картина? Да. Ага. Картина — это первое слово? Да, не картина слово, но... Портрет? Девушки с жемчужной сережкой какой-нибудь, нет? Смотри, ладно, зафиксировались, портрет, запомнил. Угу. А следующее по аналогии. Вспоминай, вспоминай. 50. Аналогия, вспоминай, что только что было. Извините, вопрос, что такое аналогия? Портрет. И аналогия. Вспомнить вашу книгу, которую... Да, я просто не хотела говорить. Какие там герои, как их зовут? Вот был такой один, такой весь, такой вот. Такой. А-а-а. Фамилия. Грей. Портрет. А, портрет Дориана Грея. Да. Нет, ты тугой, я хорошо показываю. Одно слово. Смерть. Макабр. Да. Раунд! Очень сложно показать идиота, но как бы... Не сложно, это я. А с «Игрой престолов» просто, ну, типа, дракон, что тебе было непонятно во всем? Мне казалось, что я припадок. Что ж, надеюсь, вам понравилось это маленькое мучение меня и «Звездный час» Антона. В свою защиту хочу сказать, что я отлично показываю мои книги, Соня угадала... Очень быстро. Спасибо издательству «Розмэн», что нас пригласили, в особенности меня. Это оказалось сложнее, чем мы думали, потому что у нас разное восприятие мира, у нас разные ассоциации, и думаю, из-за этого возникли проблемы. Ну, из-за того, что мы не прошли еще всю классику, и некоторые книги я не знала просто. Я рада, что мне не попалось что-то из 11 класса и больше трех слов, потому что вряд ли я бы это объяснила, но это было интересно. Очень надеемся, что вам понравилась эта рубрика. Пишите в комментариях, как вам кажется, кто победил. Издательство. Блогеры или подростки. И по традиции розыгрыш. Условия, как всегда, просты. Вам нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и предложить в комментариях 4 сложные книжки для следующего выпуска. Победят сильнейшие, целых 3 человека. Не забывайте подписываться, ставить лайки и комментировать, кто победил. Кто лучше угадывал? Конечно же, Соня. А вот кто лучше показывал? Конечно же, Соня. Спасибо. Всем чмов. Это было очень сложно, она уже плачет. Условия просты. Подписывайтесь на наш канал. Я сделаю, знаешь, вот это вот там, ну как эти сверчки в моей голове. Условия. Не, лучше это самое, как в Симпсонах. Ты мне проржаться не даешь. Так. Итак. Надя! Вам нужно... Может, я уйду и скажу, ты скажешь, что меня убило. Условия, как всегда, просты. Вам нужно быть под... Ты издеваешься, что ли? Ты уже плачешь.